Доброе утро. У нас воскресный день. Никита готовится к разминке. Сегодня у нас топ-16, в котором он встретится с Сергеем Саком. Да, это мой друг. Да, Никита уже готов. Команда готова, машина готова. Поэтому сейчас отправляемся. Желаем удачи и хорошо тебе прогреться, бро. Спасибо. Итак, правильный ответ. В прошлом году мы ездили на 86-й, у нас был номер 86. Ну, это так символично. А в этом году мы готовились к тому, что выкатим новую GR Supra в кузове А90. И уже заранее забронировали 90 номер. Supra мы еще не выкатили, но номер уже готов, и скоро она будет. Итак, вы спрашивали, как измерить уровень масла и зачем это нужно? В машине, в двигателе, самое главное, это держать правильный уровень масла, чтобы давление было в порядке, и ни в коем случае он не ушел вниз, и двигатель не провернуло, и вкладыши не зацепились. Это делается таким образом. Вы открываете капот, как правило, желтого цвета щуп. Сначала его нужно вытащить, протереть для того, чтобы во время вытаскивания лишнее масло не попало. Засунуть обратно, вытащив его, убедиться, что здесь есть две метки, нижняя и верхняя. Вот масло должно быть по максимуму, и тогда с вашим двигателем все будет в порядке. Вряд ли вам эта история пригодится на новой Toyota Camry, потому что вообще у Toyota очень надежные агрегаты, но в целом нам было удобно вам здесь показать. Мы на нашей GT86 также регулярно проверяем уровень масла, потому что очень-очень высокие нагрузки. Если вы думаете, что мы настоящие фанаты Toyota, потому что у нас гоночные Toyota, у нас daily Toyota, то вы ошибаетесь. Вот человек, который пришел фанат дрифта, посмотрите, у него татуировка с надписью, с эмблемой Toyota, вот это стиль. Красава. Итак, вы задали, пожалуй, самый интересный для меня вопрос, как сделать бернаут. Бернаут – это такая фишка, когда машина стоит на месте, а задние колеса у нее вращаются. Для этого вам понадобится машина с задним приводом. Она может быть на автомате, может быть на механике, но мы покажем на примере нашей GT86. Вам нужно выжать сцепление, включить первую передачу, мы с вами находимся на награждении. В итоге первое место по результатам этого этапа занимает PL Crew, второе Forward Auto, третье место занимает наша команда LPL Racing Drift Team, в которой участвует Никита Шиков. Поэтому поздравляем его с кубком. Обольемся победным шампанским. Идем дальше.